Съемочная группа ГТРК «Липецк» вернулась из командировки в Крым, где мы снимали передачу, посвященную предстоящему Дню России. В передаче мы покажем удивительные красоты крымской природы и самые знаковые места полуострова. Смотрите на телеканале «Россия-24». Керчь, Феодосия, Алушта, Ялта, Севастополь. Поехали! По Крымскому мосту за неполный месяц с момента открытия уже проехало несколько сотен тысяч автомобилей. Съемочной группе ГТРК «Липецк» предоставилась уникальная возможность тоже увидеть переправу через Керченский пролив. Столько строили, столько старались. Очень хочу увидеть. Удивительный уголок российской земли готов встречать гостей. Мы покажем эксклюзивные кадры и расскажем, как теперь липчане могут добраться на полуостров. А еще о самых интересных достопримечательностях Севастополя, от античности до наших дней. Город-герой Севастополь. Лето только начинается, основной наплыв туристов еще впереди. Смотрите передачу «Липецк-Крым. Мы – Россия» 12 июня в 19 часов на телеканале «Россия-24».